присасуються, не бояться часу води холодної. Можна експериментувати. Я ж їх не бачу. Ну, можно экспериментировать. Во-первых, если вы захотите, вы их сможете видеть, настроиться, чувствовать, там, отслеживать. То есть не вопрос в том, что вы их однозначно видите, вопрос, что снова это как вот с памятью. Вот, память у вас есть? Она есть. Ну, есть. Вот так. И возможность их всех видеть у вас тоже, в принципе, есть. И я уверен, что если мы сейчас как-то по памяти вашей пробежимся, то найдем, что... Какие-то видения у вас были? Хоть когда-то? Не было. Поэтому как бы вопрос только, чтобы, используя тот опыт, его дальше развивать и все. И без внимательности снова никакого тонкого видения вообще невозможно. Ну, рассеянное внимание дома. Когда-нибудь велика работа над собой. Так вот, я предлагаю вначале о плохом, то есть разобрать искажателей. Так как даже в поучениях Саагаста предписывается о том, что если заводятся разные искажатели, то нужно, соответственно, этот вопрос изучить и всем праведным славянам доложить о том, что есть такие.